Одинцовские партийцы посетили занятие клуба «Доступный спорт» в деревне Ликино. Руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев по просьбе Федерации бокса Одинцовского городского округа вручил двоим юным спортсменам зачетные книжки, подтверждающие присвоение им третьего разряда. Напомним, в феврале этого года клуб «Доступный спорт» в деревне Ликино отметил свой пятилетний юбилей. В настоящий момент в нем занимаются около 500 ребят разных возрастов.